что я просто увидел знак радиации, и мне стало интересно, что это такое. Сам стал искать информацию там на Ютубе. Я узнал про аварию на Three Mile Island, на Волгодонской АЭС, на Белорусской АЭС, Чернобыльской АЭС еще в 5 лет. Повсюду валялись атомные бомбы. То есть он там начинку делал, рассказывал, там одна на плутонии, другая на уране. Я медик, муж юрист. Я всего лишь, ну как бы я фармацевт. И ничего такого не предвещало, что он будет этим заниматься. Он может что-нибудь такое глупенькое посмотреть. То есть иногда я говорю: Дамир, ну, захожу, он смотрит Барбоскиных. Я говорю: ну, ты же мальчик уже взрослый у нас. Потом он тут же переключает, слышу, он там рассказывает про тугоплавки и металлы какие-то. Для такого ребенка, для такого возраста очень сложно найти литературу. Либо это будет на каком-то, ну, грубо говоря, примитивном уровне, то есть там совсем все очень просто. Либо это уже, конечно, для деток постарше, там уже будет и с формулами. Помимо атомной физики, борьбой и шахматами. По шахматам пока медалей нет, но по борьбе очень много.